Друзья мои, вечерний выпуск о погоде. Утром был все тот же туман, а сейчас проясняется небо и птички. Вот. А мы сейчас покормим курочек. Вот. Наши макароди. Пуся, ты курочка? Пришел зернышко кушать? Цыпа, цыпа, цыпа. Чуть кыс-кыс не позвал их. Да, по-моему, много, но они с утра не ели. Вот. И сейчас мы с вами побеседуем. Сейчас надо этих позвать. Вот. Поздний ужин. Нет, поздний обед. Вот сегодня у нас распогодилось, друзья мои. Такая вот погодка. Тепло. Ох, я сейчас грязи наберу, но хочется погулять. Это у нас когда-то был огород. Когда моя бабушка еще была жива, она здесь очень много чего вкусненького выращивала. Несмотря на то, что в Коджоре достаточно прохладный климат летом, здесь основные овощи все растут. Не растут там какие-то фрукты, допустим, которые любят побольше тепла. Они не успевают. Вот клубника, например, она не успевает вызреть. Но малина зато успевает. Вот малиновые кусты есть. Малина успевает. Вот. И тут у моей тетушки, так как она осталась одна, муж, к сожалению, тоже погиб. Огород весь зарос колючками. Здесь растет очень серьезная такая колючка, сорняк. Как вот в России борщевик, здесь растет вот эта колючка. И она разрастается, если ее не вырвать вовремя, когда она еще зеленая, а потом она высохнет, превращается в такую солому. У нее вот так просто очень большой ствол такой, и коса ее не берет, то есть это как маленькие деревья. И вот этот весь участок, здесь где-то 4 сотки, наверное, он был весь заросший. Вот, смотрите, вот торчат эти самые. Но сейчас она уже подгнила. И, в общем, я когда приехал, за 3 дня вручную выкосил просто, все повырывал руками. Здесь отличная земля. Беда у нас еще вот с этим орехом. Он высох. Придется его спилить. Вот, ну, бывает такое. Взял вот и высох. Что я хотел сказать? Здесь отличная земля. Здесь такой перегной. Здесь прям земля такая огородная. И хоть и я вообще не огородник, но опыт дачного огородничества в Москве у меня уже есть небольшой. Помидоры, огурцы мы вырастили. Вот, поэтому будем здесь. А здесь хорошо растет лобио. Вот, всякая зелень, морковка. Вот, ну, всякие такие вот вещи. Просто, в общем, как я говорил, кайфуем. Всем добрый вечер, друзья. У нас хорошая погода теперь. Свинцовый туман, свинцовое небо ушло. Красота какая. И птички чирикают.